Генерал Розніс Зеленського. Зрадник чекає кари. Всіх здали. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар. ВСУ переходить в стратегічну оборону. Вони пообіщали, я не пам'ятаю, що у кого точно, ми будемо випускати кілька мільйонів дронів в місяць. Ви розумієте? Наскільки це можливо взагалі технічно? Знаєте, це... Это... Ні, бумага, все стер. Ні, не бумага. вот, принтер все стерпит, 3D. Принтер 3D все стерпит. Потому что, в принципе, вот эти, даже если брать развед... даже FPV-шные дроны, это достаточно простое. Главное, чтобы была микросхема и управление. Их можно, любая мастерская, там, 10, 15, 20 человек, я тут не специалист, я просто среднего масштаба, в состоянии на 3D-принтер печатать их сотнями и тысячами. Главное, чтобы были микросхемы. Главное, чтобы были мозги. А это все пластмассу, это все делается там. А в ответ наш, один там, назовем его, чиновник, заявил, что а мы будем сотнями тысяч эти дроны делать, а там миллионами. Есть дроны, а эти будут сотни и тысячи дронов. Вот ими будут фактически нейтрализовываться, выводиться из строя вся прифронтовая полоса. Когда мы говорим о массированном применении дронов, именно массированном применении дронов, когда идут сотни их, их нужно будет каким-то образом останавливать, сбивать, нужно иметь дроны противовоздушные, нужно иметь противодронные дроны. И сейчас по этому поводу я разговаривал с людьми на фронте, которые имеют свои предложения, не будем их озвучивать, зачем да это нужно. Но мы все говорили, это тактическая полоса, есть оперативная, это в рамках округа. Это границы чего? Воронеж, Белгород, да, Брянск, это уже, это уже имеется. Вот даже в качестве примера нанесен удар дронами по нефтеперерабатывающей свободу в Луге, а откуда они туда прилетели? Они могли прилететь только с кораблей потому что эстонцы пока еще принципиально не дают добро на применение, потому что значит, уже очевидная ответка придет по НАТО, вступает в, в, в прямое вооруженное столкновение с нами. Это с корабли. Приезжает кораблик, а с него запускается дрон. Он пролетает соответствующие сотни-две километров и врезается, как американцы, мне теперь завод. зовут. Этот кораблик уходит обратно и заходит в гавань тихую, где-нибудь в Таллине или еще где-нибудь, или в Риге. И на этом заканчивается. Вот что делать в этой ситуации? Мы не решим эту проблему. Это оперативная глубина. А сейчас уже речь идет о том, что и на стратегическую губину, то есть уже до Москвы могут долететь, а нам что делать? Нам для этих целей что нужно? Путин такие задачи перед собой не ставит и даже не озвучивает. Но нам-то нужно их озвучивать. Мы должны понимать, что нам нужно теперь в этой ситуации. Мы имеем обстановку, которая в течение ближайших месяцев может коренным образом измениться не в нашу пользу. Мы же не проводим диверсионные акты на территории Украины. Хотя ракеты прилетают сейчас и в Одессу прилетали, и в Николаев, и в Днепропетровск. Но это отдельные акты. А мы же говорим о системе. Мы говорим о системе, если перевести систему к совокупности различных ударов, авиационных, ракетных, артиллерийских и других, тогда это нужна другая стратегия. И причем сейчас для этой стратегии нужно и военное искусство соответствующее оно должно быть доведено до войск, потому что уметь должны по-новому воевать. Прежде всего, командиры, начнем сверху, командармы, затем командиры дивизии, бригад, комбаты, и ротные. Но я вам скажу, ротные и взводные, и комбаты, они уже умеют. Нам не хватает должного управления на, оператив, на, на, дивизионном и выше уровне. Вот там нет. Вот нам нужно поменять прокладку между Фрунинской набережной и ЛБС. ЛБС – это линия была Вот знаете, проклад, да, между рулем и сиденьем, да, при вождении автомобиля. Вот нам нужно такую же прокладки, а они не справляются с управлением вооруженными силами. Потому что они действуют пока даже уже не по-старому. Они действуют по-тупому, потому что даже нельзя сказать, что они действуют по-старому, потому что по-старому это нужно было применять военно советское военное искусство. А советским военным искусством и не пахнет в россиянской армии, а пахнет вонючими запахом денежных знаков, и больше ни о чем, по-моему. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.